Добрый день! Сегодня приготовим компот из клубники. Для этого нам понадобится свежая клубника, сахар 1,5 стакана и лимонная кислота, одна четвертая чайной ложки или половинку кофейной ложечки. Итак, приступим. Тщательно вымоем ягоды, очистим их от плодоножки и снова вымоем. Я это все уже сделала. Теперь в стерильную банку заложим ягоды. Ягод должно быть примерно на третью часть банки. Теперь необходимо влить крутой кипяток. Закроем крышкой и дадим постоять 15 минут. Спустя 15 минут ягоды отдали свой сок, и жидкость приобрела рубиновый цвет. Теперь с помощью специального слива для консервации, такая крышка, перельем жидкость в кастрюлю. Ягоды оставляем в банке. Нашу жидкость ставим на огонь до закипания и всыпаем сюда 1,5 стакана. Всыпаем сюда 1,5 стакана сахара и 1/4 часть чайной ложки лимонной кислоты. Сироп от этого станет ярче. Ставим на плиту. Размешать сахар, чтобы не пригорел. Теперь жидкость должна закипеть. Сироп закипел. Теперь заливаем кипящим сиропом наши ягоды в баночке. Заливаем сиропом. Закрываем стерильной крышкой и закатываем. Компот из клубники готов. Теперь банку перевернем и укутаем одеялом до полного остывания. Когда остынет, убрать в прохладное место, в погреб. Всем приятного аппетита!